Ну-ка. А что с ним? Тебе это действительно не Как вам Килкенни? Мне очень понравился город, понравились туманы. Я прямо гулял, фотографировал, представлял себя в какой-то сказке. Ну, здорово, что я здесь оказался. И я много путешествовал, но Ирландия вообще не похожа ни на одну страну. Что показалось такое особенное? Во-первых, люди. Все хотят тебе помочь, все с тобой ухаживают, все как-то улыбаются, не отворачиваются. Я чувствую себя очень здесь хорошо. Город прекрасен. Я родился в подобном городе, в Калининградской области. Очень похожая погода, и здесь очень комфортно. Очень хорошие условия для проведения подобного фестиваля, потому что он дает возможность сконцентрироваться, так сказать, на происходящем. Тихо, спокойно, уютно, очень приветливые местные жители. Все называют тебя Дарлинг. Ричард Кук, основатель, как бы прекрасный человек. Я не знаю, как он это делает. Это невероятное место. И все, что он организовал, это просто круто, да? Да, нет, это очень важное дело, когда имеешь возможность, так сказать, обмениваться какими-то знаниями, энергией, причем он своей, Ричард, я имею в виду, своей волей собрал очень необходимых, я сейчас от актерского круга говорю, необходимых актерскому кругу людей, всех агентов, менеджеров, которые, кастинг-директоров, которые могут помогут, так сказать, помочь тебе как-то усовершенствоваться, да, и повлиять на твою карьеру, и вообще, в принципе, так сказать, продать себя задорого. Дать возможность к мировым проектам. Я знаю, что вы начинали как фотограф, или я ошибаюсь? Я был фотографом, поступил в Московский институт культуры на отделение руководитель самодеятельного кинофотоколлектива. Но когда все закончилось, когда я закончил институт, киноклубы исчезли. Я просто не понимал, что делать. Кино я успел полюбить, и не с первого раза, но поступил в Африку. В то время путь был один в кино, через We made a movie about high school students that get locked in their classroom without mobile phones. Ко! They are forced to communicate for the first time one to each other. And I'm playing like a rebellious gay guy. Where did the inspiration for Lila M came from? Well, from myself, because I was a teenager as well. And both because I really wanted to make a film about a Dutch-American girl who lives in Amsterdam and doesn't feel at home. Hogging my stage time. Second only the hair comment to the lovely Victoria Smurfy, who's looking fabulous this evening. So, yes, have a look at this clip. Waarom ben je toch altijd zo boos? Hij zegt dat je een heel slim meisje bent. VWO, toch? Het zal wel pittig zijn. Doe normaal alsjeblieft. Doe jij. Je lijkt wel een hooligan met je klote gedrag. Heb je hier iets mee te maken? Allahu Akbar. Была ли какая-то у вас роль, которая вам далась вот сложнее всего, может быть, самая эмоциональная, самая вот близко к сердцу? Безусловно, что это Out of Love. My number. Where's it? Oh, sorry. Just wait. Shit. Yeah. Take it. Hey. You're ashamed of me sometimes. Why you ask me? You don't
yourself. Hey, baby. I'm sorry. Can you please come home? Когда я прочитал сценарий, я понял, что это абсолютно личная история. Палома написала в течение там, 3 или 4 лет, она работала над этой историей. Это биографичная штука. Я понял, что, конечно, я не могу просто так зайти в этот сценарий и проехаться по нему. Она мне, во-первых, была близка. И когда мы начали работать, естественно, мы погрузились очень сильно в эту историю. Она лежала прям глубоко. Ну и вынесли, как смогли, это на экран. So beautiful, and here I am, 76. I'm very excited, I'm very happy. It's been a really good week, and the weekend has been exceptional. We've had some incredible actors from all over Europe here, and some incredible casting directors from all over the world, and huge numbers of audiences coming to see subtitled European films, and that's unusual, you know. I say huge numbers, I mean, we'll probably sell over 2,000 tickets this year, and it's quite a lot of tickets for European subtitled films, so it's growing year on year, and I couldn't be happier. What would you like to say to Richard Cook about this? To Richard? Well, Richard is the man. Thank you, man. He should start a religion. I would follow. No, he's the man. Like, really, yes. It's only possible because of him. And we're all very grateful. It was a lovely evening. And, you know, this festival just makes casting directors and actors very happy. That I'm here and so thankful to Richard. So, I cannot express it because English is not my native language, but I'm super happy to be here. It's amazing. I'm doing this forever. Richard, always. The next time we're in a room alone together, I'm going to give you the most intimate head massage that you've ever had, from your eyebrows to the nape of your neck and around to the back where your spine meets your skull. Where do you buy your shoes, Richard? Последний вопрос. Гиннес пробовали? О, да. Каждый день. Даже я не пью пиво никогда, но Гиннес это вау.